Всем привет, Судак 2018 года, 20 июня. Можно поздравить, туристический сезон начался. Прям полные пляжи, полные всякие кафе, полные заведения развлечений. Все предприниматели вроде как начали работать. Туристический сезон начался, море теплое, солнце очень жаркое. Как бы все в Крыму уже хорошо, сезон начался. Будем продолжать следить за погодой, за пляжами, за ценами. Сначала я вам показал пляж в 10 утра, а вот такой пляж уже в час дня. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить в Судаке, в Крыму.